Вот такой календарик мне дали в Евроспаре. При покупке у них такой дается, если покупаешь на сумму более 500 рублей. Вот такой календарик. Что тут у них есть-то? Тут, в общем, по дням по-разному. Масло подсолнечное. Ну. Сахар, песок 900 грамм, не килограмм, а 900 грамм. 32 рубля. Кило. Что там у них еще есть? Говядина. Водка. Шоколад. Ой, говядина непонятно какая, тушеная какая. Что за говядина? Желудки, Венеция. Макаронное изделие. Пастероне опять непонятно, кто производитель. Сыр тоже непонятно, кто производитель. Но зато стоит 600 рублей. Не знаю, в общем. Непонятно, непонятно. Какой-то, в общем, шлак один. Не, да, не поймешь, что вообще покупаешь. Форель, шампанское, водка русский стандарт. Нахрен не ваша водка. Кто производитель, ничего нет. Ой, ладно, посмотрим, что там такое.